зелененький шатер такой. Оля, лови меня! Дианочка, за ветер. Собачка. Ты отрабатываешь? Ты что такое грязное? Ты где валяешься? Закрой. Их две. Без нее у меня, да. Бессовестно. Но мне пришлось потратить еще деньги. Я уже путь открыла. Здравствуйте. Грусть, еще плохо. Она не грустная, она серьезная. Нет, серьезная. Наталья Владимировна. Мама, очень приятно взаимодействовать. Оля, лови меня! Вот номер. Это вам надо было при регистрации. А, сейчас я только пойду оплачивать. Я вам все отдам. Да, что еще? Вот она сейчас выйдет, запах про нее. Вот эта вкусняшка. Может быть, я крупновато нарезал, но, в принципе, у нее пасть здоровая. Да, Тинка? Встречаемся, а у него вот такой огромный бок. На улице дождь. Я тут я поставила. Перезадела. Пока вроде ничего. Ну, посмотрим. Я ее вчера кормил, буквально дал 20 грамм, просто вместе со всеми. Это да, а то обидеть. У меня сейчас тут... А я вообще не могу представлять. Да. Сколько этих рыжих негодяев. Парту вчера нос разобрали. Нет, которому... Я поняла. Прибудь меня. Так за него обидно. Мы сильно потрясали, да. Ну, зашивать не надо, я так заводил. Ну, просто мы психологически тяжело. Он же у меня главный, он же меня тогда приехал один такой. У нас вот старший сейчас тоже пытается младшего установить. Да ладно. А то, что сели самых 3 года, какой сегодня новый. Красно-терьер, кабель промежуточной кладки, 175 номер.